С тобой сегодня мы играем в Крашу, и я купил тебе вот такую вот бэху. Я продал свой мэсик и купил бэху. Не знаю, было это ли правильным вообще решением, так скажем, или нет. Вот. И сегодня будем шишковать, трифтить на этой тачуле. Ставьте лайки, а мы погнали. Hello. Че? Выход. На нафиг. Спасибо, папа. Ладно. Поехали. Чихо. Блин. Эти на нафиг зажимаем. Скутерист заколебали немножко. Ладно, все. Поехали шашковать. Камера контроля, скорость поставлю. Ой, блин, что-то я случайно ручничку дерну. Let's go. Так. Будем сейчас ехать просто по шоссе. Так, такая. Здесь можно ручничка дернуть. Ай, выворот плохой очень. Так, 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 так. Нам надо ехать. Да, правильно, мы едем. А, просто вот так разворачиваемся и все, и едем. Ну, смотри, подпрыгнул. Что могу сказать? А вообще, ребят, в следующем ролике мы будем... Извините, в этом, я не знаю. Короче, будем ставить... Надо поставить номера на тачулю. Только я не знаю, где это надо делать вообще. Что за имбовая камера? Подрезали. Ой, тихо, тихо, тихо. Сави. Хорошо. Плохо. Ну ты нафиг, ты... А нафиг он меня подрезает? Так, наказан. Надо наказать того водителя, этого магнита. Ну а что это за дела? Меня просто столкнули, меня подрезали. Даже если это случайно, бьют отчаянно. Не надо их догнать. Вот он. Хлоу. Тормози. Кто? На нафиг. Блин, ребят. Он у меня в поле зрения. На мини-карте. Я его видно. У меня максималка быстрее, чем у него. Миллиард раз. У меня 240, там, 247 вроде километров в час максималка. А не... Так, налево? Ладно. Давай сейчас я в YouTube посмотрю, как поменять номера. Я думаю, сейчас поедем номера поменять. Просто чем мы будем просто кататься, ребят. Ну, типа, камон. Второе. Я понял. Ставить номера, но... Короче. Надо ехать в ГИБДД. Для меня даже нет аптечку. Значит, сейчас купим. Просто меня, блин, выстрелили. Так скажем, снайпер. Сейчас купим аптечку, вылечим все быстро, фаст, поедем за тачулей. И поедем в ГИБДД. Так, а где покупать? Нет, не то. Вообще не один, у меня же есть. А где? А, у меня же... Аптечку надо в магазин покупать, забыл. Так, сюда мне нельзя. Значит, идем сюда. Администрация мне здесь тоже нельзя. Но можно сюда. Значит, я иду сюда. Сейчас, ребят, полечусь и пойду, короче, за тачулей и вот это.